Приветствую всех, с вами Старый, и сегодня мы с вами посмотрим режим операции, карту Брусиловский прорыв в дополнении к Battlefield 1 во имя царя. Но перед этим у меня тут накопились некоторые средства, и давайте-ка откроем несколько боевых наборов. Несколько, это я имею в виду один. Угу. Так, ну давайте вот возьмем царская партия. Выдающийся боевой набор. Что значит получить? У меня детали есть. Да. А, да, все, получить, правильно. Я просто никогда этого не делал. Давайте открываем, смотрим, что нам тут дали. Этим мы занимались в нашем прошлом видео. Так, что это такое? Это Череготти. Угу. Ну, давайте добавляем этот легендарный предмет. Плюс дубиночка. Так, отлично, нет у меня наборов. И давайте возьмем обычный, самый за... Нет, необычный. Из царской партии за 450. Давайте получим и посмотрим, что же нам в нем будет. Так, а здесь нам выпадает облик для Парабеллум МГ-1417 Прусак. Легендарный предмет. Добавляем его в арсенал. У меня, конечно, нету еще, к сожалению, такого пулеметика. Но я думаю, что в скором времени я его открою. Итак, сетевая игра. Режим операции. И Брусиловский прорыв. На самом деле, я вот хотел начать кампанию. 1916 год. Ситуация на Восточном фронте стала патовой. Заплатив большую цену за несколько проигранных кампаний, русские не желали идти в наступление, в то время как австро-венгры были твердо намерены держать оборону. Германия сражалась с союзниками во Франции и Бельгии. Союзникам же нужно было атаковать центральные державы на обоих фронтах. Недоукомплектованной русской армии приходилось искать новые способы победить превосходящие силы Габсбургов, давно сдерживающие ее натиск. Вот так. Итак, я хотел сейчас посмотреть кампанию за русских, но я ее почему-то не нашел. Я на самом деле кампанию здесь не играл вообще. Ну, мне это как-то не очень интересно. Все-таки Battlefield это, ну, больше сетевая игра, поэтому я на это рассчитывал. Мы копаем наши траншеи далеко на ничейной земле, некоторые лишь в 70 метрах от их линии обороны. Генерал Брусилов сказал нам, что элемент неожиданности бывает опаснее винтовки. Капитан отобрал взвод самых сильных и храбрых наших бойцов. Наш маленький отряд должен будет штурмовать три вражеских окопа еще до прекращения артобстрела. Россия, наша великая страна, могла прокормить целый мир, а нам не хватает еды. И не только еды, одежды, топлива, обуви. Как мы будем воевать без обуви? Нормально, как обычно. Так вот, хотел посмотреть компанию, ну, блин, что-то вот ее нет по ходу дела. Прям даже как-то, не знаю, обидно. А может быть есть? Скажите, пожалуйста, в комментариях. Солдаты, может быть. Пришли приказы от генерала Брусилова. Может Три быть, цели. Что-то не знаю. Сначала надо взять Галицийские поля. После этого мы выдвигаемся к мельницам и берем Верихийский перекресток. Отсюда мы идем через нейтральную полосу прямо на вражеские окопы. И, наконец, нам нужно будет захватить ферму Мельника. Пора снова сделать эту долину русской. Будьте смелы, и тогда мы победим. Будем смелыми. Так, берем отряд полон, отряд полон. Охренеть, все, отряд полон. А что такое дрозд? Я не здесь? Нет, я не здесь. Ну, тогда идем в енот. Будем енотами. Так, берем нашего командира, берем, давайте медика возьмем, что ли. Я немножечко тут себе поднастроил, там облики всякие. О, смотрите, автомобиль. Резаемся, погнали, господа. Так. Я думаю, что мы не будем его трогать. Ой, бля. Я, честно, не знал, что это пушка.
Так, что у нас тут вообще происходит? Так, я пошел в атаку, короче. О, блин, там снайпер, и тут, сука, сходил в атаку, мать твою. Обоссаться вообще про войну. Так, не буду так тупить, как в прошлой серии, кое-что вспомнил уже. Вот, на самом деле, я все, наверное, такие самые моменты... Мы потеряли цель Айс. Особо печальный для меня, все-таки вырежу. Ну и видео будет покороче и прочее. Так что, если что, не обессудьте. Если хотите полную картину боя, скажем так, увидеть, ну тогда это будет уже в следующий раз. Напишите про это в комментариях, пожалуйста. Что мы, типа, там вот лучше полностью видеть, как я тут подыхаю. Как меня тут убивают, как я тут вообще матерюсь и прочее. Мы захватили цель Аист. Так, тут танки. Аптечка. Держите аптечки, чуваки. Там штурмовик. А где они, блин? Тут вообще какая-то, короче, трешатина происходит, мать твою, полнейшая. Я прям даже не знаю, как, с чего начать. Это тебе аптечка? Ох ты, ёпта. Аптечка! С целостью вообще у меня конкретные проблемы, блин, я его практически видел, бляха, муха. Вот это жопень. Это будет очень и очень проблематично, я бы сказал. Смотри, медик. Смотри, медик. Видишь, это их солдат. Да я-то вижу. Там у них пулеметчик. Вражеский танк. Где? Только танка мне здесь и не хватало на моей этой. Ну слушай, ну я хоть кого-нибудь сегодня убью, а? Твою мать. Мы захватили цель Баклан. Так, ёб твою мать. Так, надо отступить чуть назад. Вижу их медика! А, так, нормально. Мы пока не настолько сильно пострадали. Осталась половина наших войск. О, есть первый килл, наконец-то, твою налево. Газом, газом их травите. Давайте, помните, как они на Ипре это делали? Отлично. Давай, 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 народ, народ, вперед, давай, давай, давай. Перегрев, твою мать. Так, минометы пошли работать. Нафиг, нафиг, нафиг. Ребята, ну чё я здесь один-то, ё-моё. Сука! Ну здесь вот я прям на снайпера вылетел и мы на этих. Мы потеряли цель Баклан. Вот какого хрена никто не идет атаковать? Я не понимаю, ну как это? Ну вроде бы вот же стоит, прикрывает относительно могучая колесница, назовем ее так. А они, блин, ни хрена не делают. У нас осталось 50 солдат. Какой-то у нас получается неудачный брусиловский прорыв.
50 солдат осталось. Аптечка, подлечись! Да ёп! Аптечка, пригодится! Твою мать. Граната на. Граната пришла. Так, врага я ранил. Но я ни черта не вижу вообще. Вот тебе аптечка! Бляха-муха, давай! Перезаряжайся! Блин! Охрененно! А, это вообще жопа. Дайте мне опять бронеавтомобиль. Я на нем лучше. Получается, я на нем больше убиваю, чем умираю. Охеренно. Да, что-то ребята какие-то, блин, вообще кислые, блин. Сейчас снайпер придет, в оптику посмотрит и звездец. Мать! У нас осталось 20 солдат. Аптечка! Давай, 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 давай! Слушай, да чё за... Мы захватили цель Аист. Я-то думал, мы тут две цели уже держим. А мы только одну взяли. Так, к нам прибыл наш бронепоезд. Это даже, наверное, хорошо, я так думаю. Пулемет. Да. Захватили цель Баклан. О, отлично, сектор захватили, наконец-то. Мы захватили сектор. Превосходная, говорят, атака. Стоп, все просрали, это превосходная зачистите атака. Зачистите сектор от врагов. Вижу солдата неприятеля. Ну ладно. Самолеты пошли. Охренительно. Ребята. Я не могу так стрелять. Если честно. Отлично. Это был хороший выстрел. Так, ну-ка давайте-ка снайпер нахер возьмем. Причем возьмем не Гивер, а вот этот винчестер снайперский. Что-то как-то тоскливо, короче, подыхать-то. Вижу бомбардировщик. На самом деле. Баба снайпер. Захватили мать сектор. Твою. Зачистите сектор от врагов. Да быстренько мы сектор заняли, а?
Прям очень быстренько. Даже как-то неожиданно. Вижу штурмовика противника. Да, тут, конечно, надо обладать определенным скиллом стрельбы непосредственно в голову. Чего у меня, к сожалению, нет. Да и вообще у меня на самом деле скилла. Смотрите! Немецкий солдат! Твою мать. Вернитесь в зону боев. Вижу штурмовика Фрица. Так, что, берут там наши, да, я так понял? Гляди! Ага. Медик! Жопу медика, блин! Сучка, а! Мы захватили сектор. То, что захватили, это хорошо. Но вот это вот, вся вот эта вот хиромантия меня вообще пипец как не радует просто. Мы можем скоро захватить последнюю цель. Опа. Ну-ка. Никого не вижу на самом деле. Место неудачное, мягко говоря, но есть контакт. Ух ты, блин. Уйди, сука, блин. Ух ты. Зараза. Да, вот про это я говорил, про противогазы. То есть, вот, ну, было бы как бы... Как бы я бы сказал, что логично было бы, что, например, у снайпера противогаза как бы вряд ли будет-то. Да откуда? Твою мать. Немецкий штурмовик! Не спать! Я еще не понял, что сейчас произошло, блядь. Да. О, япона мать. Окей, ладно, поехали. С самого начала, что называется. Угу. Так, туман тут опустился. Так, нам надо идти атаковать. Как можем. Но на самом деле, вот первый, вот этот рубеж, он был очень-очень-очень там. Такой. Блять. Плохо, что я себя как медик подлечить не могу. Так, а что у нас происходит? Почему у меня цели не выделяются? Вот здесь кто-то сидит, что ли, до сих пор или нет? Так, кстати, да, очень такая фишка прикольная. Что-то никого не видно. Как суслик, блин. Снайпера видишь? Нет, а он есть, блин. Он, кстати, по-моему, слева где-то орал. А я, блядь, не понимаю, где он. Осталась половина наших войск. Кстати, не факт, что он там один. Сука, бля.
Не, ну вот мать твою, а. А вот он лучше стреляет, чем я. Мы теряем цель Аист. Так, давайте. Ёпа-мать! Какого хера я тут вообще вылез, блин? Мы теряем цель Аист. Какой-то полный звездец. Блять. А ёпа-мать, сучка. Да, конечно, вообще полный. Ну ладно, не полный, конечно. Чё, 15 у нас, да. 15, блин. Да откуда, ёпта? Мы теряем цель Аист. Твою мать! Сейчас меня сзади! Не сзади, блин. Сидел бы, я бы его ножом бы сейчас попробовал зафигачить. Но не судьба была. Не судьба. Ну все, звездец, блядь. Начинать нахер с самого начала. Так, ладно, мы со своим отрядом, в принципе... должны атаковать Б точку, поэтому давайте начнем, собственно, это делать. Попробуем поприкрывать. Что они, по-моему, к нам в тыл пытаются зайти. Я бы вот к ним в тыл бы зашел, это было бы, конечно, здорово. У нас осталось 50 солдат. Сука, о, есть контакт. Повезло. Тупо, блин, повезло. За этим земляным валом ни хрена не видно. Так, это свои. Я уж обосрался, думал, что это чужие пришли. Попал. Не попал. Давай, давай, давай. О, отлично. Его... его там придавили. Берем, 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 берем. О! А, вот это было эпично, блин. Решил посмотреть, что там за херня тут в танке. Уходим, 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 отходим нахер. Блин, минометы, сука. Броневики. Вся, сука, херня, которая только может быть, блин. Пендец. Слушай, может тоже сюда миномет, блин, притащить? Мы ее уже теряем, мать твою. Знаете, гранату. Мы потеряли цель, Баклан. Мы захватили цель Аист. Ох, ёб твою мать. Все? Проиграли? Не удалось захватить сектор. Мы снова побеждены, но мы все еще живы. Наша мечта о победе жива. У нас есть последний шанс увидеть этих псов в могилах. Так вставайте, а, вот же, так, солдаты. Вот, да? Вставайте и боритесь снова. То есть последний рубеж, последний наш выход, скажем так. Последняя атака. Давайте-ка возьмем нафиг пулеметчик. Нам в подмогу прибыл бронепоезд. О.
Еще и бронепоезд. Так, надо, наверное, опять попробовать взять бронепоезд. Все-таки, я так думаю. Что это такое? Орден Золотого Сердца. Совершить 10 убийств из пистолетов. О! Ну, кстати, не так плохо. Осторожней! Тут противник! Ага. То есть вот так вот. Это штурмовик противника! Так, накрыли мы штурмовика противника. Заливаем всех херам собачьим огнем. Кстати говоря, вот они говорили в начале, что... Боба смотреть! Тут фрицы! В начале говорили, что наступление под огнем артиллерии. И где, собственно, артиллерия, я не понял. Которая должна тут всем жизнь портить. Вижу штурмовика противника. Все надо с землей сравнять. Все нахрен сравнять с землей. Это штурмовик противника. Да, тут, конечно, бронепоезд решает многое, не все, возможно, но многое. Оттягивает на себя силы. Мы захватили цель Баклан. Еще и создает, скажем так, некомфортную обстановку. Так, ёпты. Тут противник. Я до них, я так понимаю, не добиваю ни хрена. Собственно, тут как-то вот сила бронепоезда-то, да, и ограничивается. О, враг ранен, отлично. Значит, кого-то я все-таки зацепил. Ладно, это скучно. Уступим место другим, пойдем воевать. Сейчас меня убьют, я возьму пулеметчика. Наверное, с минометом. Да ёпта, ты чё не можешь залезть-то? Возьму пулеметчика с минометом, постреляем из минометика и... вообще пойдем тупо в атаку, короче говоря, ибо нефиг. Блин. Вот там! Немецкий солдат! Ёпта мать! Пошел в жопу! Так, давай, идем в атаку. Пытаемся наших поддержать. Ух ты, ёпты. Ха-ха, чё-то хреново. Тут, по-моему, миномет работает. Попал. Ну, как бы, говорю, вот этот вот... не знаю, как называется, но вот эта вот фигня, то, что типа там попадать в голову, она мне не нравится, это не для меня. Я люблю так, что вот если ты стреляешь с какого-то там мощного оружия,
Ты выстрелил и убил его нахрен. Ну там, если попал, соответственно, куда надо. А не так, что тебе надо там чисто в голову. Ух ты, вот это красавец вообще. Прям, блин, в яблочко. Ладно, берем пулеметчика. Пулеметчик Ганс. Прокрутит для вас два новых диска. Угу. Так, давай. Поддержка начать. Отлично. Так, 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 так. Давай, 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 давай. Ребята, нам надо это взять. Ребят. Ну-ка, давай-ка нахрен. Ну-ка, пошли нахер. Слушай, почему я попадаю по трупам, а? Сука, как я не попал? Почему? Почему я по нему не попал? Вот что это такое, а? Все, закончились. Припасы пошли в жопу. Ёб твою мать. Да вы охерели, по-моему, блядь. Стрелок. Этот стрелок меня запарил. Прям реально запарил, короче. Гивер. У него что, гивер с прицелом? Я не понимаю, что ли. Короче, походу, что-то не возьмем мы рубеж. Блин. Тут вот это вот, прорыв вот этот, по чистой, скажем так, местности, конечно, очень сложный. Блин. Сейчас вот возьму, да, и меня сейчас бахнут нахер. Прям вообще в момент. Ништяк. Это было красиво. Граната, мать твою! Этого придурка отсюда выбили, да? Вот патроны! Это тебе! Давайте, мужики, давайте, наступаем. И бабы тоже, кстати говоря. Вот это пистолет, вы видели это? Вот вообще как-то... А, не айс, нихера. Что это? Фугасное. Арбалет, гранатомет. Миномет, воздух. Все, просрали мы все нахер.
Просрали все херам. Бляха-муха, не дали последний выстрел сделать. Сражались как львы, но мы проиграли эту битву. Ваша любовь к родине никогда не погибнет, и вы будете драться снова. Только мертвые уже увидели конец этой войны. Ну что ж, к началу 1916 года становилось все более очевидно, что Россия больше не может выдерживать потери от нескольких проигранных военных операций, сохраняя при этом преданность аристократии и все более нежизнеспособной монархии царя Николая II. Если бы австро-венграм удалось остановить первое наступление Брусилова, дополнительно ослабив Россию, возможно, что настроения в стране сразу же привели бы к революции, и большевики вывели бы Россию из войны еще до наступления зимы, что стало бы большим ударом для союзников. Ну, так или иначе, Россия в любом случае потерпела поражение в Первой мировой войне. Как это не прискорбно. Я потерпел поражение в данной конкретной битве, меня это бесит. Но с этим ничего не поделаешь. С вами был Старый, всего хорошего, до новых встреч, всем удачи.